Английский язык, NJ English, рабочая тетрадь, 6 класс. Упражнение 27, юнит 2, section 4. Дополните предложение, используя артикли «э», «эн» или же слово «сам», там, где это необходимо. В примере. Would you like some salad? Хочешь салат? Там, где у нас идет неисчисляемое существительное «сам», можно не переводить. Вот как в этом случае. Он говорит «нет, спасибо, я не голоден». I'm not hungry. Теперь мы делаем. My parents usually have some porridge and a cup of tea with milk for breakfast. Мои родители обычно едят кашу. Как мы знаем, каша у нас не исчисляется, поэтому сам здесь можно не переводить. Но «э» и «н» поставить сюда ни в коем случае нельзя было. Они не ставятся с неисчисляемыми существительными. Мои родители обычно едят кашу и, скажем так, пьют чашку чая с молоком на завтрак. Чашка единственного числа. К ней обязательно ставить артикль «э» или «н». Она начинается с согласной буквы, поэтому ставим «э». A cup of tea. Второе. When we sat at the table, there was a big red apple, an orange, and some apricots on it. Когда мы сели за стол, на нем было большое красное яблоко. Яблоко единственного числа. Поэтому обязательно здесь нужно было ставить или «э» или «н». Но «биг» начинается с согласной, поэтому ставим «э». «An orange», то есть апельсин. Апельсин – единственное число, артикль обязателен. Слово начинается с гласной, поэтому уже будем ставить «н». И немного абрикосов на нем, на столе этом. «Apricots» – множественное число, исчисляемое. Поэтому «сам» ставим. «Эн» ни в коем случае нельзя было ставить. И «сам» в данном случае уже переводится как «несколько». I would like a glass of apple juice, please. Here you are. Я бы хотел стаканчик яблочного сока, пожалуйста. Вот, держите. Стакан единственного числа. Артикль обязателен. «Э» или «эн» выбираем «э», потому что «глаз» начинается с согласной. Of apple juice. Тут ничего не ставим. Вот в этих фразах, там, где стакан чего-то, сам здесь ставить не нужно. То есть, a glass of apple juice. Мой дедушка всегда ест фруктовый салат и ест фруктовый салат и пьет чашку чая, скажем так, поздним днем уже под вечер. Салат фруктовый у нас неисчисляемый. Ставим сам, но его можно не переводить. То есть он просто ест фруктовый салат и пьет чашку чая. То же самое, чашка единственного числа, ставим артикль «э». Майк, мог бы ты купить немного молока, тут у нас вопрос уже идет, и два клубничных йогурта для Сью. Молоко неисчисляемое, поэтому вот здесь сам обязательно, «эн» составить мы не смогли бы. Почему ты покупаешь пирожные? Или тут кексы, можно и так переводить. Ты можешь, или даже торты тут, может быть, еще в таком переводе. Ты можешь найти легкий рецепт торт в интернете и сделать его сама. Тут, кстати, снова ошибка в самой тетради. За вас уже артикль поставили. Разбираем, зачем «н» поставили. У нас идет главное существительное, вот рецепт кого-чего, торта, то есть вот рецепт существительное, от которого уже идет зависимость этого артикля. Рецепт единственного числа, понимаем, что нам артикль нужен. Но вот это прилагательное «легкий», он у нас относится тоже к рецепту, и от него будет зависимость этого артикля. Так как начинается «easy» с гласной буквы, то будем ставить артикль именно «n».